Давай, господа, вашему вниманию финальный бой. Титульный бой по правилам К1 за пояс чемпиона Европы по версии W5 в весовой категории до 71 килограмма. Супервайзер боя Алексей Яценко. Боковые судьи. Судья международной категории Апажев Рашид Нальчик. Судья международной категории Нуратдинов Надыр. И письменный Сергей. Рефери в ринге. Судья международного класса Фухруддин Кулиев, Азербайджан. В синий угол ринга приглашается Энрике Ураган Кель. Красного угол ринга приглашается боец из России Джабар Аскера. Я вижу каждый раз во сне родные горы, путь домой, орлов, парящих в вышине, лезгинских гор, храня покой. Я по тебе край грущу, стать камнем, как наступит час, я на земле родной хочу.
синем углу ринге ринга боец из Германии. 20 лет, рост 177 сантиметров, вес 70,5 килограмма. В профессиональном ринге провел 43 боя, при 4 поражениях одержал 39 побед. Чемпион Германии по тайскому боксу 2012 года. Чемпион King Cup Германии Энрике Ураган Кен! В красном углу ринга боец из России, 26 лет, рост 170 сантиметров, вес 72 килограмма, 200 грамм. В профессиональном ринге провел 110 боев. При 30 поражениях одержал 80 побед. Чемпион мира и Европы по муай-тай в среднем веселе Джабар Аскеров! Время. Thank you.
Thank you.
Дамы и господа, решение судей. Судья Хуфрутдинов 30-29. Судья Письменный 30-29. Судья Абажев 30-30. Разделим решением судей. Победу в этом поединке одержал Джабар Аскеров! Для награждения в ринг приглашается вся команда организаторов битвы звезд, а также глава администрации Макаровенкенского района Фарид Загидович. Фарид Загидинович, пожалуйста, поднимитесь в ринг. Давайте еще раз поприветствуем всех тех бойцов, которые сегодня сражались в ринге. По-моему, шоу получилось. Махачкала, мы вас не слышим. Спасибо всем болельщикам за то, что очень ярко поддерживали, за то, что болели за своих спортсменов и не давали впадать в уныние проигравших. Спасибо, Дагестан, спасибо, Махачкала, спасибо организаторам. Друзья, слава богу, что есть вы, которые настоящие ценители спорта, настоящие ценители бойцовских видов спорта. И вот именно те, кто сейчас еще есть в зале, имеют уникальный шанс услышать вот самые первые, самые свежие слова, которые может вам сказать Джабар Аскеров. Джабар, тебе слово. Во-первых, всем ассаламу алейкум. Я огромная благодарность всем зрителям, которые пришли сюда сегодня поддержать меня и всех спортсменов дагестанских и европейских. Огромное спасибо телезрителям, которые смотрели это шоу на телевидении. Я хочу выразить огромную благодарность также Зауру Бабаеву и Асману Магомедову, которые организовали этот турнир. Это говорит о том, что наша молодежь, новая молодежь растет. Они очень молодые промоутеры. И были какие-то ошибки, но огромная благодарность вам за проделанную работу, и она даром не пройдет. Также я хотел выразить огромную благодарность главе Макаровенкенского района, которому благодарился мой бой, Фарид Загидиновичу. Спасибо большое, брат, за то, что ты внес вклад в этот мой бой. И, знаете, всем тем, кто поддержал этот турнир. Также я огромную благодарность хотел бы выразить Киримову Такаю, который поддерживает меня на протяжении долгого времени и организации ПЛНК. Брат, это наше общее. Большое ответ я не вижу.